Иногда они возвращаются. Выпускники политеха, пединститута и ТГУ вновь на студенческой сцене. Сегодня на нашем календаре студенческая осень. Они действительно возвращаются. Им трудно забыть студенческую жизнь. Раз в год выпускники отрываются от всего, чтобы вернуться в этот зал. Это замечательная традиция нашего универа. В каждом вузе проводят студвесну, а мы пошли куда дальше. Для выпускников есть свой творческий фестиваль «Студенческая осень». Фестивалю уже 7 лет, и каждая студосень не похожа на другую. Несколько лет назад мероприятия проходили целую неделю. В прошлом году, к примеру, было 2 концерта выпускников разных поколений. В этом году концерт студосени проходил в формате дружеского капустника. В теплой атмосфере можно было пообщаться, так сказать, поностальгировать. Или, например, выйти к микрофону со словами благодарности преподавателям, ну или просто рассказать байку из студенческих времен. Нынешняя студосень совпала с 60-летним юбилеем Андрея Шувалова, выпускника политеха. Это человек, чья творческая жизнь неразрывно связана с нашим университетом. Кстати, именно Андрей Шувалов, автор гимна ТГУ, поздравил его Михаил Михайлович Криштал, как и положено поздравлять музыкантов. Тебя не в силах позабыть. Алло, Любушка, голубушка, сердцу любо Любушку любить. Концерт «Капустник» затянулся до позднего вечера. Звездам университетской сцены прошлых лет и правда есть что вспомнить и чем удивить своих зрителей.